Йоу, всем привет, дорогие друзья! Всем привет, пацаны, злой школьник, как всегда, с вами. И сегодня заруба. Не просто заруба, а очень сложная. И мы будем соревноваться за денежный приз. Взрослый мужик против школьника. Как вы считаете, кто победит? Пишите в комментариях и делайте ваши ставки. Сражаемся мы вот за эти бабосики. Так, я 10, себе на маршрут. 50. 20. Да стой, я 20. Уже посчитал. В общем, 100 гривен. Это что? Пожелайте нам удачи. У нас, значит, друзья, суп. Вот такой, быстрого приготовления. Вот такой. О, что у меня так много? Так это охеренно. Нормально. Вот такой суп быстрого приготовления. Попробуем первый раз. Стоит 10 гривен. На 1,5 литра. Попробуем, что оно получится. Потом по 3 котлеты у каждого. 6 котлет. И крабовые палочки. Давно очень не ели крабовые палочки. Реально они очень вкусные. Текут слюни у нас. Поэтому все очень вкусное. Все крутое. Думаю, будет очень вкусно. Поставьте лайк, пацаны. Проигравший отжимается 100 раз. Да ну нахер. 100 раз, без остановки, быстро, резко, 100 раз, понял? Да, поэтому надо постараться. Так, все, подготавливаем себе, кому как удобно было. Ты так тулися ко мне, малыш, блин, ты нормальный? А? Дурак. Я настраиваю, чтоб сразу. Настраивайся. Настраивайся, не настраивайся, авторитет тебя порвет, ё-моё. Друзья, всех поздравляем с наступающим Новым годом. Осталось совсем капельку, чуть-чуть, и будет уже Новый год 2020. Всех с праздником. Год крысы. Не превращайтесь в крысу, будьте нормальными пацанами. Малый, ты смотри, не балуйся. Слышь, ты давай кому-то рассказывай. Мышкой не будь, будь нормальным пацаном. Слышь, понял? Я обезьяна, вот. Ты мартышка еще та, блин. И у старых дедушек, блин, мелочь не отбирай. И телефоны не кради. Слышь. Понял? Друзья, блин, пожелайте нам удачи. Ну что ты, малый, готов? Кстати, братишки, по поводу Маскевича, обещали вам, что Маскевич снимет маску, снимем зарубу мы с Маскевичем, обещали на 50 тысяч уже стукнуло, мы еще не сняли, потому что не можем споймать Маскевича. Это, блин, именно черная мавпа подалась в бега, друзья. Не можем надо его... искать его. Да, не можем его выловить, прикиньте, мартышка дурная, прячется, хавается, блин. Так что, если избегает с нами встречи, друзья, найдете? Но мы обещаем, кто найдете. Вы его находите, блин, и тащите. Ты сюда. Дурак, не вы его находите, а мы должны его найти, мы пообещали. А-а-а. Понял? Понял. Так что давай, лазь там везде, по магазинам, где пельмени продают, ищи Маскевича, понял? Да, ну, братишки, как только мы Маскевича схватим, сразу тащим, снимаем маску и снимаем зарубу. Надо чуть-чуть подождать, пока мисс не получается. Но, а мы вас порадуем хорошей зарубой. Все. Погнали. Ура, ура. Приятного всем аппетита, кто кушает вместе с нами. И мы готовы начинать. Танюшка. Ну что, вы готовы? Да, готовы. На старт. Внимание. Марш. Гороховый суп с крабовыми палочками, с котлетой, это что-то интересное. О, школьник пошел по-мудрому, по-моему. Давай, Русланчик, поднажми. Ты тоже поднажми. Или будешь 100 раз отжиматься. Ну, старайте, это все под контролем. Вот. Школьник молодец. Тарелка супа готова. Димон, не отставай.
Посыть суп такой, суши. Котлеты тяжелые, да? Блин, даже я сожрал весь суп. Интересно, сможешь ли ты в этой группе, Димон, сделать школьника или нет? Школьник, походу, настроился на победу. Не хочет отжиматься. И теперь школьнику тяжелее. Ты как бы запиваешь, а школьник на сухую. Ты продуманно сделал, да? Холодный. Это крабовый. Тяжело идут. Ничего себе. У тебя 3 крабовых осталось. И чуть-чуть супчика. Школьник хорошо спартанул. Сухое. Продуманный. Вообще не иду, дай ему так. Да потому что на сухую реально тяжело, да. Тихонько. Ты как бы технично. Надо иметь голову. Ты заранее так продумал? Да нет. А, само пришло. А школьник поторопился, выпил весь суп, а теперь мучается. Но крабами не пахнет. Где-то возле краба лежало. Ох, живот разрывается. Тут так нормально-то умолотили, ё-моё. Сейчас бы водички. Да? Давай с краника рвану. Подставляй ладошки. Денежки были рядом, пахли перед носиком, но авторитету. Я победил, ебой. У тебя что, второе дыхание открылось, что ты школьника рвешь и рвешь? Ну он сильно глупую ошибку сделал, Тань. Ну не додумался, видишь, не сразу можно так было подумать. Я хоть чуть-чуть разбавлял с водичкой, а крабовые они сухие конкретно. Угу. У меня разрывает живот. Тут только 2 краба осталось. Да, в принципе, рядом. Малый упор лежа принять. Такой второй раз пришел. Давай, качайся, да спортом, спортом занимайся, ё-моё. Братишки, вот такая заруба. Победила ум и голова авторитетская. Маленький Русланчик 100 раз.
отжимается. Давай нормально, ты что, девочка с коленок отжимается? Слышь, кто с коленок отжимается? Я такой... Куда ты уползаешь, ты? Я типа качаю. Слышь, ты, блин, поднял и засунул себе в рот обратно, блин. Жри давай. Малый, давай не тяни резину, сто раз пошел. Какой сто раз? Давай, ты надо было вначале возмущаться, ты согласился, не за один подход. Сто раз? Да, за один подход, то есть вот так встал, отдыхаешь, можешь на одной руке отдыхать. Вот так, да, да. Все, друзья, считайте. Да ты шо? Давай, 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 работай. Смело. Да ты что? Нельзя, упадешь, блин. Я тебе говорю, блин. Знаешь, наказание тебе будет жесткое. Гля, ты что, даже в стойке стоять не можешь? Какой? Ну в этой. Давай, тебе тяжело, как же сейчас колени подкосятся. Покушал, займись спортом. О, да ты что вспомнишь? Что ты по одному разу? Короче, наказание значит. Ну-н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 у. Шу! Гляньте. А ты сказал наказание. А, наказание ты выбираешь? А какое? Хорошо. Давайте наказание, значит. Самое жесткое наказание для школьника из-за того, что он не то, что не может, а просто ленится. Просто. Малый, ты Эдварда Билла смотришь? Он там поспорил с пацанами. Поспорил с пацанами, что он сделает 200 отжиманий. Он делал, у него руки замерзли, ему было холодно, больно, но он сказал, он сделал, понимаешь? А ты просто сдался. Друзья, что ж ему такого жесткого придумать? А? Братишки, в общем, давайте, я сейчас не могу так сразу придумать, вы в комментариях что-то очень жесткое, пацаны, очень жесткое, и в следующей зарубе он это исполняет. Что-то реально жесткое за то, что ленится, вот. Наелся тюленчик, видите, гляньте, и животик потирает. А? Офигенно. Офигенно. А отжиматься? Ну, малый, я тебе говорю, это ты зря, потому что зрители такое придумают, что ты потом они отвертишься. Холодненькая водичка с утреца облится. Будь готов, что-то жесткое, малый, я тебе говорю. Братишки, комментарий с вас, лайк с вас. А мы заканчиваем этот видос. Всем спасибо за просмотр. Любим, ценим, уважаем. С Новым годом поздравляем. Всем удачи. Arrivederci, до свидерчи. С вами Димакс ТВ. И взрываем YouTube. Йоу, полетели. Пока-пока, пацаны, я спать.